Значит, сегодня пришел товар. Компания Сладомир поставляет этот товар. Ящик баранок. Завод Алешина. Из будущего срок изготовления у них 21.11.19. Сегодня у нас 8.02.19. То есть баранки из будущего пришли. Да, со сроком 45 суток. Значит, есть информация и о том, что есть у них там аппарат, который перебивает этот срок. Значит, стоит он даже 2 миллиона, я знаю. То есть не только это перебивается все. Ну, видимо, очень спешили. Тут, я не знаю, сильно спешили, нет, со сроком. Как бы здесь, видимо, еще в прошлом году перебили. Поэтому как-то, ну, как-то так. И, значит, не пугает их о том, что эти баранки едят дети. Потребитель в основном дети, как бы, ничего никому не страшно. Вот у меня пожелание этому директору компании Сладомир, пусть он своих детей кормит такими баранками, а не распространяет за немалые деньги по магазинам. Будьте аккуратны вообще этой компании, вернее этой продукции, она вся перебита.